Итак, мы только что вышли с магазина «Хостовары», где мы приобрели все необходимое для съемок сцены фильма. Название фильма, скажите. Расчет на эмоции. Значит, сцена красивая. Сцена со смертью таксиста. Сцена со смертью журналиста. Сцена с журналистом, да. Да. В общем, если в двух словах, то мы сегодня целый день ходим и ищем кровь. Нам нужна была кровь, мы сначала пробовали заменители, мы пробовали имитаторы. Но все было не натурально, все было не совсем так, как нам бы хотелось. Да, нам хочется, чтобы все было натурально. Были краски на основе гуаши, которые ломаются и отваливаются, и они неестественно смотрятся нарастать на солнышко. Вот. Были специальные банки с кровью. Специальные банки с кровью, так слышно? Они нас не устроили тем, что кровь не сохнет и течет. И течет. И блестит. Да. В итоге было принято решение кровь найти либо человеческую, либо... Вот мы ее заказали, посмотрим, завтра в 10 утра мы должны ее привезти. Мы купили респиратор. Вот, мы купили кое-что. Мы это кое-что мы вам покажем. А еще нам осталось еще кое-что купить. Да, иначе завтра не будет света. А вы не знаете, где купить бочку? Нет, да? Ну ладно. Если что, мы позвоним. Мы позвоним, да. Ну все. Кровь будет на стол натуральная. Все такая. Ладно, все потом. Вот смотри. А я не знаю.